культуру борщевик Сосновского называют ядовитым монстром, зеленым дьяволом. Само прикосновение к борщевику безболезненно. Опасен сок растения. Он содержит в себе токсины, резко повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. При попадании такого сока на кожу возникают фотохимические дерматиты, по глубине аналогичные термическим ожогам первой, второй и даже третьей степени. Необходимо как можно быстрее промыть пораженные участки проточной водой, комнатной температуры с мылом. И впоследствии защитить максимально эти участки кожи одеждой от солнечного воздействия. И вся беда в том, что там не сразу появляются эти проявления. То есть они могут появиться спустя несколько часов и даже дней. Первоначально может просто легкий зуд появиться, может быть легкое покраснение. А затем уже появляются признаки ожогов, покраснения вплоть до волдырей. После контакта с борщевиком пораженные участки тела прячьте от солнечных лучей 2-3 дня. Если все-таки волдыри появились, доверьте их обработку медицинским работникам во избежание занесения вторичной инфекции. Не рекомендуется самим вскрывать эти пузыри, то есть необходимо обратиться в медицинское учреждение, либо это травмпункт, если это обширные участки поражения, то вызвать скорую помощь. Опасны все части растения – листья, стебли, соцветия. Неблагоприятный период с середины июня до конца августа. Именно сейчас, во время летних каникул, важно рассказать детям о борщевике, объяснить, что категорически нельзя использовать его для игры, а также ходить по скошенной траве босиком, если там росла культура. Даже пыльца растения является сильным раздражителем для человека.